23-этажное здание должны были завершить еще в конце прошлого года, но из-за финансовых сложностей сроки пришлось перенести. Потом возникли проблемы и с электросетями. Таким образом, торжественную раздачу ключей отложили больше, чем на полгода. Тогда темпы строительства ЖК взяли на контроль в краевой администрации. Сегодня готовность многоэтажки оценил вице-губернатор Андрей Алексеенко. Мы видим, что строительно-монтажные работы идут активно. Да, была задержка по этому объекту, она была связана с подключением к инженерным сетям и коммуникациям. Проблема урегулирована. Активную позицию помощи оказала прокуратура Краснодарского края. Ну и, соответственно, застройщик уверяет, что до конца июля данный объект будет введен в эксплуатацию. На сегодняшний день комплекс профинансирован на 100%. И, как вы видите, готовность дома достаточно высокая. Она составляет 97%. Осталось завершить благоустройство, получить все документы и ввести данный дом в эксплуатацию. Проблемы других долгостроев обсудили на краевом совещании, которое провел вице-губернатор Андрей Алексеенко. На встрече присутствовали не только инвесторы, но и главы районов. На повестке дня проблемные многоэтажки из Сочи, Краснодара и Новороссийска.